Так, меня зовут Черемкин Павел Васильевич. Родился я Киршиной. Потом переехали мы с мамой в Русскоустье. Она работала в этом интернате. Ну, я вместе в школу ходил там. Рос, короче. Вот. Потом я в армию ушел в 70-м году. В 72-м пришел. Работал в совхозе на дизельной электростанции. Потом в 84-м году я пошел на охоту охотником с Иосифом Николаевичем Щелкановым. Вот. Мы вместе с ним работали 6 лет. Он меня многому научил. Я благодарен ему. Вот. Потом я в 73-м году, в 77-м году я женился. Вот. У меня сейчас было 5-6 детей. Вот. На данный момент у меня 16 внуков. Вот. Все вроде живы и здоровы, дай Бог. Вот. Сейчас охота у нас сейчас вообще закрыли. Рыбалкой только занимаемся, рыбачим на участках.